Я не люблю шикарное одеяние, но тебе они пошли бы. Говорят, в сияющих одеждах хороший выбор. Разгромив Ульфрика в Вайтране, мы заручились безоговорочной поддержкой Ярла. Возможно, братья Бури вскоре поймут, что их дело проиграно. Я произвожу тебя в Квестера. Возьми этот клинок, символ нового положения и ответственности. Я буду следить за твоими успехами. Империя ценит лучших. Глупо использовать тебя как обычного солдата. У меня на тебя особые планы. Ты принесешь больше пользы, если предоставить тебе немного свободы. Отправляйся в наш тайный лагерь на Белом берегу. У реки найдутся для тебя важные задания, и ты нам понадобишься, когда мы возьмем столицу. Да пребудут с тобой боги. Погляди. Смотреть в оба. Теряй бдительности. Рано или поздно она окупится. Что ты обо всем этом думаешь? Я здесь, потому что не могу смотреть спокойно, как люди Ульфрика раздирают страну на части. Хотя родные не одобряют мой выбор. Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все твердят. Смотреть в оба. Есть что доложить? Я хочу подбросить поддельные приказы командиру мятежников в Данстаре. Но чтобы их подделать, сперва надо раздобыть настоящие. Гонцы Ульфрика чаще всего останавливаются в тавернах «Ночные ворота» и «Очаг и свеча». Попробуй убедить трактирщика тебе помочь. Так или иначе, но доставь мне эти бумаги. Но если доберешься до Виндхельма, не делай глупостей. Ну что, солдат, ты справишься? Хорошо. Жду с победой, солдат. Нужна комната? Или просто меду налить? Чем могу помочь? Я стараюсь не нарушать покой моих клиентов. Да, это совсем другое дело.
Он тут был, но ушел. Если поспешить, ты наверняка его догонишь. Или просто подожди здесь. Он скоро вернется. Мне не до разговора. Прочь с дороги! Я найду того, кто это сделал. Есть что доложить? Хорошо. Посмотрим, что тут у тебя. Любопытно. Они лучше осведомлены о наших планах, чем мы полагали. Оказывается, форту Дунстад требуется подкрепление. Значит, он их не получит. Погоди, сейчас я немного подправлю эти бумаги. Вот, так сойдет. Доставь эти поддельные бумаги командиру мятежников в Донстаре. Они пустят его по ложному следу, и у нас появится пространство для маневра. Как тебя занесло в легион? Я здесь, потому что... Части. Хотя родные не одобряют мой выбор. Я здесь. Чтобы предложить свою магию народу Донстара. Да хранит тебя Талос. По-моему, тебя не туда занесло, друг. Вот как? Я тебя не узнаю. И почему ты не носишь цвета братьев Бури? Да, пожалуй, так и есть.
Хвалю за смекалку. Ладно, давай посмотрим. А, хорошо. Судя по всему, подкрепление для форта уже в пути. Да здесь еще и сведения о передвижении войск противника. Великолепно. Не просто доставлять сообщения, когда кругом кишат имперские разведчики. Молодец. Может, выпьешь в пике ветров, прежде чем отправляться обратно? Им нас воспоют в веках. Если победим, чует мое сердце, эта война затянется на годы. Нужно приготовиться к долгой борьбе. Хватит уже каркать. Другой раз об этом поговорим. Я надеялась, что здесь мне будет проще. В Великую войну я была боевым магом Легиона. Я не хочу туда возвращаться. В таверне «Пик ветров» поет лучший бард всего Данстара. Это я. Завидую я вам, приезжим. Кошмарные сны-то мучают только местных. Конечно. Чем могу служить? О, отличная история, но кровавая. Если хочешь, спою. Жил-да-был Рагнар рыжий героем, он слыл как-то раз, он в Айтран ненадолго прибыл. Он куражился, пыжился, бряцал мечом, похваляясь, что враг ему всяк нипочем. Но вдруг Рагнар рыжий, как лютик, поник, он услышал Матильды насмешливый крик. Что блажишь ты, что врешь, что ты мед здесь наш пьешь, с нас довольно, готовься, сейчас ты умрешь. Лязг стали, а сталь беспрестанно звенел, и Матильды воинственный дух пламенел. И унял с тех пор Рагнар хвастливую речь, как слетела башка его рыжая с плеч. Я найду того, кто это сделал. Смотреть в оп. Если эти мятежники думают, что сильнее нас, ждет большой сюрприз. Молодец. Все-таки я умею выбирать людей. Так как тебя занесло в легион? Твоя цель — форт Дунстад. Иди к солдатам, которые готовятся к атаке. И помоги им уничтожить повстанцев. Когда вы одержите победу, мы поставим в форте гарнизон. Ну что, солдат, справишься с задачей? Я могу рассчитывать на тебя, солдат. Thank you.
Ты обо всем этом Так как тебя занесло в Легион? Я здесь потому, что не могу смотреть спокойно, как люди Ульфрика раздирают страну на части. Хотя родные и не одобряют меня. Thank you.
Здесь так... Знаешь Воронью нору? Пещеру на острове на западе. Там гнездо этих проклятых ворожей. Мы должны поскорее выбить Ульфрика из Виндхельма. А после этого мне принесут его голову на блюде. Взяв Белый берег, мы получим еще один порт в Данстаре. И окажемся на расстоянии одного марш-броска от Виндхельма. Это заставит Ульфрика забеспокоиться, а? Битву выигрывает опытный и дисциплинированный. Войну же выигрывает талантливый. Я произвожу тебя в префекты. Возьми этот клинок в награду как символ нового ранга. Он твой, по праву. Тебя ждут в Винтерхолде. Отправляйся в наш тайный лагерь. Да пребудут с тобой боги. Неуважение к закону. Рано или поздно она окупится. Скорее бы начать потрошить мятежников. Я знаю, все так говорят. Чтобы мир посмотреть и себя показать. Но в моем случае так и есть. Только кто же знал, что увижу столько неприятных вещей? Зайдем в дом. Что ты обо всем этом думаешь? Есть что доложить? Твоя цель — форт Кастов. Повстанцы держат там в плену наших людей. Я хочу их освободить. Я направила туда разведчиков. Тебе нужно с ними встретиться. Отыскать проход внутрь, освободить наших людей и захватить форт. Они не ждут нападения изнутри. Это будет непросто, потому я и посылаю тебя. Как думаешь, справишься? Держи ухо востро. Thank you.
Говорят, неподалеку были какие-то беспорядки. Я собираюсь все разузнать. Я не буду говорить, с кем попало. У меня ответственное дело, знаешь ли. Раз уж тебе не терпится сделать за меня мою работу. Вот, я помечу тебе место на карте. Главное, разберись и наведи там порядок. На карту поставлена моя репутация. Где-то поблизости есть и другие. Веди. Надо двигаться быстрее. Это не очень-то полезно для моей кожи. Ну, надеюсь, ты не... Где-то поблизости есть... Отличная работа. Вот и доложи о наших успехах. А я останусь тут на воде. Спасибо за помощь. Без тебя мы бы не справились.
Разных можно продать во всякой всячине. Теперь, когда Винтерхолд у нас в руках, я могу разместить там войска до того момента, когда мы будем готовы выступить на Виндхельм. Тебе пришлось пройти долгий путь. Думаю, без тебя бы мы не справились. Сим, я произвожу тебя в трибуны. Поздравляю. Вот, прими этот дар в знак признания от Империи и от меня. Постарайся поскорее добраться до нашего военного лагеря, спрятанного в пределе. Вольфрик слишком долго сидит на серебряных рудниках. И еще одно, солдат. Верни мне Маркарт или умри. Это ведь была твоя блестящая стратегия отдать его мятежникам. За Императора. Кто там? Хорошо. Покажи. Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Прямо как в древних легендах. Даваки. Есть что доложить? Твоя цель — форт Сангард. Иди к солдатам, которые готовятся к атаке. И помоги им уничтожить повстанцев. Когда вы одержите победу, мы поставим в форте гарнизон. Ну что, солдат? Справишься с задачей? Не думай слишком долго. У меня тут война в разгаре. Твоя цель... Иди к солдат. Ну что, солдат? Справишься с задачей? Я могу рассчитывать на тебя, солдат. Зайдем в дом.
Ah!